положение полугум, изучить базовый трюк разворот на 180 градусов. Для этого нам понадобится два базовых навыка. Первый – это умение ездить назад и выходить в свою сторону. И второй – это банихоп. Объясню, почему именно банихоп. Это прыжок, сначала поднимая переднее колесо, а затем заднее. Если вы будете прыгать с хопа, это прыжок одновременно на двух колесах, вы имеете риск зацепиться, когда будете делать 180 с больших пролетов и лестниц. Банихоп подобные возможности исключает. Также с банихопа вы сможете добавлять в свой 180 дополнительные фишки, такие как барспин, это оборот руля, или что-нибудь еще. Поехали? Разница между банихопом и хопом еще достаточно велика потому, что хоп не позволяет выпрыгнуть высоко. Вы не сможете преодолевать препятствия с помощью 180. Вы не сможете прыгать через длинные пролеты и лестницы. Банихоп добавляет вам маневренность, позволяет преодолевать препятствия. Также, если вы будете выполнять 180 с банихопа, у вас появляется возможность сделать во время 180 дополнительные трюки, например, барспин. Самый удобный способ научиться ездить фейки, то есть езда назад, это от стеночки. Мы подъезжаем на средней скорости, аккуратно, не бухаясь, вжимаемся в стенку передним колесом, сгибаем локти, коленки, мы как бы приседаем на корточке, чтобы иметь инерцию для толчка назад. Затем резко отталкиваемся и едем назад. Внимание, не крутите педали быстрее, чем позволяет ваша втулка. Это приведет к тому, что вы завалитесь на бок. Руки ваши все время должны быть прямые и напряженные. Те, кто умеют ездить на заднем колесе, поймут, о чем я говорю. Если вас заваливают влево, вы поворачиваете руль вправо. Ну и, соответственно, наоборот. Еще разок для закрепления. Акцентирую ваше внимание на том, в какую сторону вам выходить из фейки. Если у вас правая нога спереди, мы выходим влево. Если левая нога спереди, соответственно, вправо. Это обусловлено тем, что мы крутимся в сторону от передней ноги. Опять же, правая нога спереди, мы делаем 180 влево, и выйти должны влево, как бы довершая оборот. Это и физически правильно, и эстетически. На начальном этапе я объясню вам два варианта, как выходить из фейки. Это наиболее простые и понятные приемы. Вы едете назад, понимаете, что вам сейчас нужно выходить, либо вот-вот завалитесь на бок. Прокручиваете шатуны так, чтобы они были параллельно земле, и ваша ведущая нога была спереди. Выворачиваете колесо, если у вас правая нога спереди, чуть-чуть влево. Надавливаете на педаль и приподнимаете колесо. Одновременно с этим разворачиваете руль вправо. Таким образом, вы разворачиваетесь, слегка приподняв перед. Либо второй способ. Вы точно так же подгадываете момент, поворачиваете колесо влево и без поднимания переднего колеса резко выворачиваете его вправо и давите на педаль, чтобы не завалиться. Прыжок с разворотом выполняется в два движения. Первая половина выполняется корпусом, а вторая ногами. Не делайте 180 в одно движение, это приведет к приземлению на заднее колесо, ошибкам в будущем, травмам и неудовлетворенности. Итак, мы едем прямо на средней скорости, поворачиваем переднее колесо на 30-45 градусов, вжимаемся. Внимание, теперь мы делаем именно банихоп, то есть вначале мы поднимаем переднее колесо, а потом заднее. И банихоп мы делаем вверх, а не вбок, это предотвратит смещение, ошибки и травматичность. Итак, мы выпрыгиваем, поворачиваемся, смотрим на заднее колесо. Примерно когда ваше тело и велосипед завершат оборот на 90-120 градусов, мы прекращаем вращение туловищем. Остальное довершают ноги. Они подтягивают зад велосипеда, как на банихопе, и смещают его в сторону на оставшиеся 70 или 90 градусов. Таким образом, мы приземляемся с прямыми руками. Пятая точка над задним колесом. Это позволяет нам успешно ехать в фейки и выходить в свою сторону. Если у вас возникают проблемы с переносом и поджатием заднего колеса, существует одно простое упражнение. Мы едем прямо, точно так же поворачиваем переднее колесо, но не прыгаем, а переносим вес тела вперед, поднимаем заднее колесо ногами, сгибая коленки и упираясь ступнями в педали, и переносим его в бок. Это поможет вам обучиться переносить заднее колесо в воздухе при 180 градусах. Вот и все. Спасибо за внимание. В дальнейшем мы с вами научимся выполнять и другие трюки на велосипедах, а также на других экстремальных штуках. До встречи!